Алис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Мой живот. Вечная боль. Как больно. А он? Да нет, не крутись тут. Здорово. Я тебя не знаю и не пропущу. И не стой здесь. Мне надо на арену. Заходи. Кто тут главный? Игорь. Его еще Крюком называют. Сука! Что это было? Момент истины. До конца и налево. Давай, твоя очередь. Вроде как на я уже готов. А ночью так проигравшим платят что? Проигравшим платят на кладбище. Уговор, помнишь? Я подложил ему проржавевший меч. И главное, протяни минуту. Ладно, а потом выпущу поразиту кишки. Вот тебе твои идеи, стражники. Уговаривались на больше. Они хуже разбойников. Мне нужна работа. А что ты умеешь? Я умею работать мечом. Мог бы наняться в охрану. И кого ты собрался охранять? Толпа может выйти из-под контроля. Должен же кто-то следить за порядком. Хм. Опыт-то есть у тебя? Я ведьмак. Убиваю чудовищ за деньги. С людьми у меня проблем не будет. Охраннику иногда приходится драться.
Но это не самое главное. Важнее, сможешь ли ты контролировать себя и толпу. Меня учили, как ускорять и замедлять работу сердца. Как сужать зрачки и менять скорость обмена веществ. Мой медальон дрожит, когда мне грозит опасность. Кроме того, я знаю простейшие чары. Я должен тебя испытать. Хочу посмотреть, как ты держишься в бою и вообще. Умеешь ты мечом махать или нет? Будешь драться на арене. Если продержишься 3 боя, возьму тебя на работу. Подбери мне противников. Уже все готово. Сразу начнешь? Или тебе нужно время? Мне не нужно готовиться. Тем лучше. Сейчас посмотрим, на что ты способен. И помни, дерись не на жизнь, а на смерть. Толпа не любит, когда щадят противника. Начнем. Готовьте кошельки! Начинаем принимать ставки! Из далеких восточных земель, где жизнь человечья дешевле стакана воды, прибыль... На бой, ведьмак! Мутант-убийца! Держитесь вместе! Его противник, Густав Рёне, человек, который нажимает проложить себе путь из тела! Ты знал, на что шел. Победил! Трое детей! Ведьма! Следующий бой! Друг против друга! Выйдут ведьмак! И волосатые братья прямо с диких островов Скеллиге. Их отцом был горный медведь. Они рождены, чтобы убивать. Сдавайся, а то кончишь, как твой брат. Никогда. Жалкое зрелище. Следующий бой! На этот раз ведьмак займется своим привычным делом. Он сойдется с чудовищами! Иди, иди сюда!
одна победа Ведьмака! Браво! Красиво ты их уделал. Сказали мне, что на арене появился какой-то крутой. И что? И были правы. Спасибо. От кого поздравления? Вот же остолоп. Пришел меня убить, и не знаешь, как я выгляжу? Ну хватит уже этой возни. Сейчас... Краснолюды тесака забрались в каналы. Они режут посты. Так что ты стоишь, как член на свадьбе? Собирайте людей и принимайтесь за карликов. Убейте уже этого ведьмака! Слыхали? Убейте его! Не лезь ему под меч! Что, драться расхотелось? Thank you.
стрелять хвалят. Вознесем же молитвы силе вечного огня, защитника нашего города. Только несокрушимая вера. Девки-убийцы! Я-то думала, хуже быть не может. Кафтаны по последней моде. Охотники заколдуют. Выглядят одни гадские. И куда вы так спешите? Все дороги ведут в Махакам. Нет ли здесь этого говнюка? Тесак велел искать тщательно. Вот мы и ищем. Потом надо будет Ваден сжечь. Не то крысы сбегутся. Здесь нет ничего интересного. А как бы так нанять ведьмака, долги выбивать? Эти краснолюби поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Здесь нет ничего интересного. Тут пусто. Трудно тебе тут будет с работой. Чародей, мутант. Холера, опять я потерялся. Веди себя прилично, ведьмак. Что смотришь? У нас в ковере порядки-то получше. Рыба должна была быть свежая. А это что? Свежая рыба. Это свежая рыба? Зимой эти костры жгли, можно было бы хоть погреться. А так... А!
Пол исцарапан, как будто открывали дверь. За этой стеной должно что-то быть. Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с риданцами? Чего тебе тут надо? Того же, что и всем. Поиграть, повеселиться. Вход только по приглашениям. Да я думаю, ты меня все-таки пропустишь. Проходите. Добро пожаловать. А ты пожелай мне удачи. Удачи вам в игре. Мне бы еще я раз. Я здесь каждый день бываю, я его никогда не видел. У тебя денег не осталось. Ставлю дом. Идет. Можно? Почему нет? Я бы сыграл, но меня интересуют только большие ставки. Я тебя не знаю. Может, есть у тебя деньги, а может, нет. Может, умеешь ты себя вести, а может, не умеешь. Если с тобой не будет хлопот, то потом и по-крупному сыграешь. А пока что масса столов для любителей ждут тебя наверху. Смотри, не просади все сразу. Оставьте меня! Еще слово, и я тебя заберу наверх. Нет! Карта тебе идет. Я присоединюсь? Я тебя тут никогда не видел. Ничего удивительного. Я здесь первый раз. Тут занят. В любом случае, здесь играют по-крупному. У меня есть деньги. Мне не интересно, есть у тебя деньги или нет. Мне интересно, как ты сюда проник. Меня пропустили. Для тебя этого достаточно. Нет. Надеюсь, тебя кто-нибудь рекомендует. А до тех пор я с тебя глаз не спущу. Разговор закончен? Тогда давай уже играть. Не вопрос. Садись.
Вот же! Карта идет как никогда! Я заметил. Раздобудь денег и возвращайся. Может, я позволю тебе отыграться. От страха такой бледный. Я должна отдохнуть. Веди себя прилично, приблуда. Можно? Опять ты? Ну давай. Мы как раз собирались раздать. В таком случае сыграем. Вот же! Карта идет как никогда! Я заметил. Раздобудь денег и возвращайся. Может, я позволю тебе отыграться.
Хорошо идет карта. Мутант? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Чудищ нет, так что можем спокойно сыграть в карты. Деловой? Конечно, можем сыграть. Если только деньги есть. Найдутся. Фиштиху. Говорят, тут лучший фиштих в городе. Я хочу просто поиграть. Раз ты настаиваешь. Чувствую, разделаю я тебя, как бог черепаху. Thank you.
Я с тобой не играю, ты мне несчастье приносишь. Иди разоряй кого-нибудь другого. С другой стороны, кому в картах не везет, везет в любви. Ась? У тебя вульгарность написана на лице. Как сегодня идет карта? Я с плебсом не играю. Когда-то меня даже в рыцари посвящали. Действительно? И кто проводил посвящение? Позвольте спросить. Мэва, королева Лирии и Ривии. Во время Второй войны. Так вышло, что мы с друзьями отбросили нильфгаардцев в стычке на мосту. Мэва приказала мне встать на колени и повторить слова присяги. Битва за мост? Слышал, слышал. Понимаю. И снимаю претензии. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха.
Поздравляю с выигрышем. Спасибо. Вижу, карта тебе идет. Да, мне сегодня везет. Если счастье тебе благоприятствует, этим надо бы воспользоваться. Наверху есть комната для избранных. Вот там действительно крупные ставки. Если так, приму приглашение. Пойдем со мной. Вот комната для избранных. Здесь никто не будет мешать. Не слишком тут уютно, да и играть неудобно. Человек недоверчивый мог бы подумать, что это комната для допросов. Младший не верит в чудеса. В этой комнате мы объясняем ловкачам, как сильно он не любит, когда его обкрадывают. Займитесь им как следует, а когда закончите, обмотайте ему ноги якорной цепью и в пондер. Эй, ты слышишь меня? Добивай. Его мыслях не было. Вот меня эти выродки отделали. Кости целы. Ты освободишь меня? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит.